Руслан Грімов – фермер. Розпочав бізнес вирощування мікрозелені 9 років тому. Вважається першовідкривачем цієї галузі в Україні. Перший пакет насіння був крес-салату. Нині на фермі Руслана ростуть близько 12 видів салатних рослин. Згодом зайнявся вирощуванням і бейбі-овочів. Фермер стверджує, що мікрогрін – це один з найкорисніших продуктів. Так, доброго ранку. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні будемо говорити про ось цю малечу, я б сказала, так, і смакоту, тому що кажуть, що це дуже смачно і просто величезний бум створили у світі, розвивається, а в Україні лише ось починає, так, завойовувати наших тих, хто сидять на дієтах, на корисному харчуванні. Отже, мікрогрін, чому саме цей вид зелені підкорює світ? Ну, за границей его выращивают довольно-таки давно, где-то с 70-х-80-х годов началось. Это коммерческое производство. Есть крупные производители в Голландии, в Америке. У нас мы начали лет 10 назад, было очень тяжело это все продвигать. Сейчас как-то оно быстрее пошло. Вот. То есть у меня даже были ситуации, когда в ресторан привозишь, и шеф говорит, я брать не буду. Ну вот не буду, и все, уперся. Оно никуда никто его не ест, мы выбрасываем. Люди боялись чего-то нового, необычного. Хотя, в принципе, для меня это обычные овощи, обычная салатная культура, потому что в этом бизнесе идут два направления. Это недорогой микрогрин, это всем понятный, допустим, горох, подсолнух, редиска, крес-салат, люцерна. А, чи представлены они тут? Да, вот здесь у нас горох представлен. Угу. Вот у нас подсолнух, допустим, представлен. Редис. Ну, здесь сортовой. Угу. Есть еще редиска с обычной ножкой, такой светлой. Угу. Это более дорогая редиска. Крес-салат входит в восьмерку, входит в восьмерку самых полезных салатов мира. Ну и люцерна. Вот. Ну, вообще много чего производят. Производят в мире где-то порядка 30-35 видов разных растений на ростки. Угу. Вот. И общемировая, скажем, в общем, это дорогой продукт за границей. Но для нас, для них это недорого, для нас это дорогой. Но у нас как бы цель сделать этот продукт самым доступным в Украине. Хотя в разных городах цены, ну, в общем, высокие довольно-таки на этот продукт, и фермеры дорого его стараются продать. Mm-hmm. Наскільки я знаю, в Миколаеве вы занимаетесь лишь так, всей галузью, чи сейчас вот последние два года по Украине, по всем городам такой всплеск mm-hmm. мелких производств. Это производство там, от 30 до 100 килограмм в месяц. Каждый пытается найти как бы, себя в этом социуме. Mm-hmm. Мы давно производим. У нас самая низкая цена по Украине. И, опять же, цена зависит от технологии. Чем дешевле технология, тем доступнее продукт. Угу. Вот. И в Николаеве тоже есть у нас конкуренты, скажем так, если это можно назвать конкурентами, хотя я не рассматриваю этих людей конкурентами. Вот. Ну от у наших глядачів також були запитання про ростки і мікрозелень. Чи є в цьому різниця, чи це одне і те саме? Ну, от смотрите, от, допустим, люцерна. От це проросток. Вона угу. дуже проста в производстві. То есть проросток – это семечка с начальным стадием проклевывания, это где-то 3-4 до 5 дней. А микрозелень, вот горох, скажем, это микрозелень. То есть это росток, уже сформированный с начальными стадиями листьев и вот тусов. Угу. Вот это росток. Есть еще, ну дальше, допустим, если идти, есть микрозелень, еще пара листьев выходит. Угу. Ну, они, в общем, в Украине такое никто пока не производит. Вот. Мы начали там делать. Мизуна у нас есть такая позиция, японская капуста. Вот. Она как раз уже микрозелень. Угу. Я читала інтерв'ю ваші також, що ви, коли починали, особливо технологію саме вирощування мікрозелені ніде не описували. І це варто було якось самим до цього прийти. І от, можливо, ви дасте декілька порад нашим глядачам, які захочуть вдома собі ось таку корисну їжу, я б сказала, зелень вирощувати. Ну, для початку потрібні якісь начальні знання в ботаніці. Нужно розуміти, що потрібно растению. Опять же, если вы, допустим, выращиваете, хотите горох, он не очень сложный в производстве, в домашних условиях. Но я всегда говорю, легко вырастить 100-200 грамм. Сложно вырастить каждый день 10 килограмм, чтобы угу. Это очень сложно. Системно производить качественный продукт – это нелегко. Дома можно все это пробовать, выращивать, я рекомендую. Горох можете попробовать, подсолнух, с редиской тут посложнее, но самый понятный и доступный – это горох и подсолнух. Семена можно купить на рынке весовые.
обычный крупяной горох. Если семена хорошие в схожести, свежие, то, естественно, они прорастут. Можно их проращивать на чем угодно. Я даже на бумажных полотенцах выращивал крест-салат, даже без них выращивал крест-салат. Просто у каждой, скажем, подложки, у каждой технологии свои особенности, и все, в этом надо разобраться, но это уже тонкости. А так на грунте взять какой-то, допустим, импортный торф, потому что наши торфа не подходят, и без проблем посадить в обычный горшок, и горох можно 2-3 урожая срезать зимой на подоконнике. Угу. А скільки по часу займає от його? Горох 2 недели. Угу. Горох дольше всего растет 2 недели, крест-салат растет где-то 5-6 дней. Но опять же, все эти сроки, они символичны, потому что если у вас температура 26 в комнате, он быстрее будет развиваться. Если 18, он там на день-два будет запаздывать. Подсолнух тоже где-то растет порядка 7 дней. Зимой чуть дольше, но подсолнуху нужно много света, иначе он вытягивается и не очень товарный получается. Угу. Хотя дома это не актуально. Так, дома воно головне, щоб проросло і було смачно, можна да. було його вживати в їжі. От ви знаєте, що це дуже корисно. Ваша родина вже давно також на такому харчуванні, можна сказати. От в чому ця користь проявляється? От можливо, ви по собі помічали і можете розказати. Особливості цих салатів в технології. Здесь не нужно использовать, прежде всего, удобрения. И не нужно использовать какие-то химические средства защиты. Потому что растение за неделю, на него не успевает просто насекомые никакие нападать. Единственное, вот лук, если микрогрин лука, на него нападает плодовая мошка. И ничего с ней нельзя сделать. Во-первых, ее не берут никакие яды. Это вообще проблема общемировая. Она откладывает личинок, и там потом, в общем, неприятная история. Угу. Вот. Хотя она не наносит ущерб самому растению. Вот в этом плюс микрогрина, то, что вы не используете удобрения, то есть удобрения вы можете сделать какую-то передозировку или какие-то некачественные удобрения, там может произойти накопление там, нитратов, еще чего-то. Ну и химия. Фунгициды – это если грибковые инфекции, и, допустим, акарициды – это если насекомые нападают. То есть это не надо использовать. Росток совершенно чистый. У нас где-то 2 года назад летом покупал шеф-повар тогда действующего президента Порошенко. Ну, а санитарных документов у меня нет. Угу. И он мне позвонил, говорит, мы проверили в лаборатории, естественно, не проверили в лаборатории, и говорит, все супер. И он у нас все лето фактически покупал бэби-овощи, микрогрин. Я знаю, що ви також вирощуєте такі їстівні квіти, так? Сезон, так, в сезон. От, кстати, найрозпространений і всім нам звісний з'їдобний цвіток – це чорнобривці. Угу. Ще називають їх бархатці, а в світовій ресторанній практиці називається маріголд. Но у нас почему-то повара к ним относятся предвзято, очень. Хотя, на мой взгляд, это очень интересный цветок. Можно сам цветок разбирать, лепестки в салат добавлять, можно в чай заваривать. Само растение, листья можно в салат ложить. Растение это не украинское, это растение родом из Мексики. И там это национальная кухня, приправа к мясу, приправа к салатам. Очень интересный цветок на самом деле, плюс он лекарственный. Потом второй распространенный это львиный зев. То есть эти цветы растут у нас здесь в озеленении угу. города, и мы их каждый фактически день летом видим. Можно на участке у себя посадить, выращивать и употреблять их в пищу. Это самые простые. Настурция, вот, кстати, у нас здесь настурция представлена, но здесь она в виде, допустим, микрогрина, это настурция представлена. Угу. Она также цветет летом, цветы очень вкусные, красивые, и даже просто положить на тарелку в домашних условиях, это будет приятно. Естетично, красиво очень. Угу. Поэтому рекомендую. Ну і звісно, не можу не запитати, якщо ви вживаєте це в їжу, найсмачніший рецепт, можливо, із мікрозелені. Вы знаете, в принципе, у каждого, конечно, по вкусу. Я просто ем его. Мы иногда в салат делаем микс. Допустим, горох, подсолнух, редиска. Горох, он имеет вкус из детства, мы помним, сахарный горох. Угу. Подсолнух, вкус зеленой семечки. Ну а редиска, редиска. То есть, в принципе, мы делаем позиции, которые... Всем понятны с детства, они у нас на рецепторах записаны. Просто это внешне выглядит немного по-другому. Крест-салат, допустим, имеет такую капустную остроту, как будто вы едите капусту, угу. только остренькую. Редиска, редиска. Люцерна такой орехово-гороховый вкус. Ну, в общем, есть у меня клиент, который заказывает ячмень. Мы делаем для него ростки ячменя. Они очень специфические, они горчат, но они очень полезные. И я их просто в суп кидаю. Потому что так их есть сложно. Угу. Хотя он ест, может съесть там 100 грамм сразу раз съесть. А я просто в суп себе кинул сверху, вот перед подачей. Оно не успевает еще свариться. И угу. оно такое свежее. И дает очень интересный привкус.
Дуже цікаво. Можна говорити довго на цю тему. На жаль, не встигнемо, але я думаю, наші глядачі зрозуміли, що це можливо виростити навіть у себе вдома на підвіконі, лише дотримуючись певних технологій. І це дуже смачно і корисно. Руслан Грімов, фермер, сьогодні був у нас в гостях, розказав нам про мікрозелень, чому вона настільки створила бум в світі і лише зараз переживається в Україні. Але я думаю, з часом все ж і це дуже стане популярним. І наші глядачі, також миколаївці, будуть вживати це собі у раціон.